9-летний Миша Лавров не только соведущий ежегодной презентации талантливых детей. Он и сам в этом году стипендиат детского фонда. Занимается в студии пения «Весняночка». Признается, что, несмотря на талант, приходится много работать над собой. В моем классе вообще еще никого такого нету. Мне кажется, если бы я не учился хорошо, то я бы не стал тогда стипендиатом. То есть нужно постоянно трудиться? Да. Всего 29 юных дарований в этом году собрались в зале библиотеки имени Герцена. Большинство из них из многодетных, приемных и опекунских семей. Дети-инвалиды или воспитанники школ-интернатов. Все они получат стипендию от детского фонда – 10 тысяч рублей. Это деньги от добровольных пожертвований граждан и попечителей фонда, в их числе и депутаты Кировской городской думы. Когда ребенок талантлив, когда у него есть будущее, он это понимает, и любая поддержка для него очень важна. Наша фракция депутатов «Единой России» в Кировской городской думе поддерживает ребят всем, чем может. Действительно, сегодня это наше будущее, будущее нашего города, будущее нашей страны. И они заслуживают нашего всеобщего внимания. Когда вот из этих маленьких звездочек вырастают настоящие звезды, и когда я слышу или вижу, что они где-то на больших сценах, они где-то о себе заявили в каких-то коллективах, меня это очень радует. Во время презентации каждый из стипендиатов показал свои таланты. Ирина Сырцева, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича».